Им можно забить, семьей побыть, но мы уезжаем рыбу ловить. Рыбалка — это то, что у нас не отнять. Им можно забить, семьей побыть, но мы уезжаем рыбу ловить. Рыбалка — это то, что у нас не отнять. Кто здесь не бывал, кто не подсекал, кто щуку за жабры не поднимал, тот нас, наверное, уже никогда не поймет. Поймет только нас, простой рыбак, которому снится большой судак. Судак, который сегодня точно клюет. Вот и второе. Видно, рыба подошла. Может быть, напрямую так клюнет. Ну, давайте, да, ребята. Чтобы посмотрели, давай, давай, давай. Ну что, карпики? Там тортик. Специально приготовленный торт для вас там, понимаешь, на столе. Так что давайте. Завтрак еще не закончился. Еще продолжается. Ну. Просто... Эти карпики, они не фотогеничные, поэтому они не хотят на камеру. Ну что, ребята, опять карпик срочно. Петя никак не может, блин, справиться с ними. Да-да, на! Вот я говорю, снимай, я у меня спина что-то, ну. Куда? Куда? Куда снимать, блин? Так, снимаем, блин. Ну вот, сумасшедший карп срочно попадает. Куда, бля, пошел ты? Ну, он пошел гуляться. Поехал сейчас, ловал. Давай, крути. Ловал. Куда поехал? Да, уже шестой карп. Сегодня, да. Шестой карп. А, сейчас. А, вон, завидишь, куда он пошел? Все? Не давай ему, брат. Это скажи, ребята, вам не этот. Не лин это не лин, да. Это берега, да. Они же в камешах, да. Ну что, потише пошел сюда к нам. А, уже пошел сюда. Да, твоя тоже сейчас пойдет, подожди, давай. Ну я посмотрю, ты... подожду рядом. Где пойдет? Не вижу. Вот. Не давай туда, не давай. Вот под низу, да. Солнце просто мешает немножко, да. Ну что, где ты там? Личик покажи ход. О, ой, какая красота там. Ой, какая там. Вот этот. О. Ты покажи, все. Так только потихоньку, чтобы он не сорвал. Да. Вот дождались, скажи мы. Дождались, тут... да, что-то, блин. Лень. Что-то. Потихонечку, не это самое, не спеши. Да, чтобы воздуха не хватало. Красиво. О. Ой, ну хоть. Сейчас два кружка его там, понимаешь, поэтому вот. Воздуха нахватал, давай, 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 давай. Два? Да, сейчас за два кружка он взялся, так что. Все, миленький, иди сюда. Ой, какой он. А вот друг. Да, вот второй. Там еще третий есть, ребят. Шестой. И чужую поймал. Вот поменьше. Есть меньше, есть больше, ребят. Подожди.
Так, сейчас мы их всех отпустим. Да. Ну, это сегодня карповский день, но... Да, даже... Нет, за... Только, чтобы глаза ты его не испортили. Сам. Тихо. Ой, бля. Ты возьми за... Вот за... Не могу. Тихо. Все. О! Да. Там еще один, ты еще смотри. Один, там другой. Вот туда. О. Ой, будь здоров. Сейчас скажи второго вам. Да, второй тоже. Отпустим. На подхваты. Во. Что мне сказали, это... Так, тоже будем фотографировать. Ну давай попробуем, что-то будет. Не знаем. Но это помельче, это не то, что думали. Правда, ну? Нет, лень. А. Хорошо клюнул, я думаю, уже карп опять. Ну, давай. Отпускаю. Перезаряжай. Ну, вон. Ну, тоже ничего. Что, катушка? Блядь, ну, моё забрал. Я не знаю, блядь. Туда в трубу едет. Ребята, в этом году что-то карпики, что-то я вообще, да, помою его. Вот так. Да, чтобы он еще... Пойдешь, нет? Да, да. Очередная поклевка. Ну, линь будет, да, скорее всего, линь там. Поклевка очень красивая была. Засек вовремя, но линь, скорее всего, потому что. Да. Покажись. Да, маленький. Да, небольшой. Сейчас мы отпустим ее. Так, вот так. Все, спасибо. Не испачкал ничего. Уже седьмое. Вот, опять. Линь, да. О, мещан, линь. Хулиган какой-то. О, два! Дубл! Ребята, два! Один, два! Дубл! Мы тоже сделали дубл. Позавчера тоже, там, три дня назад сделали дубл. Сейчас дубл. О! Сейчас, отпустим. Вот, смотрите. Сегодня опять дубл. Два-три дня назад был дубл. Жалко, да? Я знаю, когда... Один ушел. На первый раз вижу, что два рыба. А? Две рыба. Две? Две. 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 Так, сколько чаек летает там красиво, на фоне там туши черные. А вон они кружатся, смотри. Ну да, я там и снимаю этих. Ой, как красиво, да. Это полно. Так, вот и наши удочки, ребята. Вот красота, сидим тут. Ой, красиво очень. Да, но там вообще. Красиво вообще, красота. Да, еще раз. Скажи, у нас тоже красиво бывает. Да, вот. Так, что ждем поклевки.